И про надворье. Спякотное лето вертается. По словам синоптиков, до конца тыдня температура поветра снова начнет прогреваться до 30 градусов в день. Надворье будет вызначать периферия антициклона, а атмосферный тиск будет у нас расти, а в день понижаться. У середине тыдня по прогнозе чекается переменная в облачность, у ночи без опадков. У день махчимы короткочасовые дожди, навод навальницы. Температура по ветру у середу складе +26, местами до +28 градусов. У четверг и пятницу не лишним будет захопить с собой парасон. Сгодно прогнозу, у этой дни чекаются короткочасовые опадки, навод навальницы и махчимы порывы ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру будет от 26 до 31 градуса. И такое спякотное надворье, по словам синоптиков, заховается, как минимум до конца тыдня. Меж тем, у Могилевским областным гидрометеоцентре что дня анализуют и якость по ветра. По словам специалистов, каб оценить его стан, отповедные пробы берут 4 раза на сутки. По выниках стационарных назираний у Могилеве зарегистрованы 3 факта незначного перевышения по формальдегиде на улицах Першемайской и Каштановой Могилева, а на проспекте Шмидта по приземном озоне. У Бобруйску зафиксованы 2 выпадки незначного перевышения допустимого уровня формальдегиду по улице Минской и по улице Лынькова.